Вам всем, ребята, Хентуха на проводе, и прямо сегодня я украду этот нож Мимикрай. Это не шуточка, это настоящий ножичек Мимикрай. Я его украду прямо у ТикТака на стриме. Но есть одно небольшое но. Не пугайтесь, есть одно небольшое но. То, что это, ребята, очередной троллинг от Келта ПК. Ну, ребята, прямо в эту секунду прожмите лайк, подпишитесь на мой канал. Ну, а мы, ребята, переходим на стрим ТикТака. Ну что же, ребятки, и вот он наш ТикТак. Уже начал стрим. Стрим называется «Купил Мимикрай». И давайте послушаем, что же он там говорит подписчикам. Давайте так, показываю прямо сейчас. Среди тех, кто угадает, что там находится, я думаю, у вас будет много людей, но мы разыграем Battle Pass. Он говорит, угадайте, что там находится. При этом стрим называется «Купил Мимикрай». Ох, ребята, как же я его сегодня затроллю. Я буду продавать его скины. Я буду кидать ему фейковые донаты. Будет куча всего смешного. Мы даже заставим его удалить свой же аккаунт навсегда. Так, ну что, ребятки, погнали ему. Для начала пока что кинем донатик. Я себе сделаю ник программист и напишу: я за тебя очень рад. Я всегда мечтал о таком же бро-мимикрае. Подари мне. И мы посмотрим на его реакцию. Давайте мы кидать первый донат. Опа, вот он. Донатик, вот мой донатик. Слушай мою реакцию. Я за тебя очень рад, спасибо большое. Я всегда мечтал о таком броме, Мимикрай, это моя мечта. Подари мне. Ты слышишь, что он напинал? Говорит, подари мне. Честником программист. Братан, ты же прикалываешься, а с головкой вообще не дружишь. Мимикрай, говорит, подари, нифига ты налы. Ребята, а вы знаете, в чем самый главный прикол? То, что я сегодня украду у него Мимикрай. О, ТикТак жадина, говядина. Я просто говорю, подари пыжи, можешь сказать, нет, не подарю. А он начал говорить, что у него прятки с головкой, да? Поверьте мне, ты за это очень жестоко поплатишься. Так, ребята, прям сейчас им кину еще один донат, и я ему дам шанс извиниться. Я программист высшей категории, а ты ко мне так относишься. Извинись за свои слова. И если он извинится, я его прощу. Но если нет, его буду АБЛ, я ломаю его аккаунт и заберу Мимикрай. Кидаем донат. Ой-ой-ой, пришел. Я программист высшей категории. Как ты ко мне относишься? Извини за свои слова. Ой, ребят, он сегодня будет плакать. Косы, говоришь, мне Мимикрай подари. На, вот. Это... Ой, упал. Ребят, ну я давал ему шанс извиниться. Видели, что он говорит? Я давал ему шанс извиниться. Кстати, а что это за нож? Это же не Мимикрай. Я давал ему шанс извиниться, но он не захотел решить наш с ним конфликт по-хорошему. Поэтому я, ребята, прямо сейчас захожу на его аккаунт. Да, я знаю, был логин и пароль этого аккаунта и от его ютуба. Поэтому не удивляйтесь, как я даю ему и донаты, и ему зайти на его аккаунт. Ну что же, ребята, я только что зашел на его аккаунт и поменял ник. Внимание, на колени. И аватарочку поменял. Ох, ребята, сейчас он будет извиняться за то, что обидел дядю программиста. Все, ребятки, вперед к нему на стрим. Так, ребята, чего? 3, 2, 1, сейчас будет его реакция. На колени, смотрите. Что? На колени! На колени, быстро! Что? Мне как-то взлом! Я даже из игры не вылетел, понимаешь? Я даже из игры не выходил! Меня из игры не выкидывало! А вы поняли, что прикол? Он, короче, был в катке, а когда ты находишься в катке, тебя не выбивает с аккаунта. Поэтому я успел поменять его ник, он вышел из катки, тут, опа, ник на колени! Ха-ха! Так, ну что, ребята, прямо сейчас я делаю ник минус Мимикрай и меняю аватарку на второго плачущего типа. Потому что очень скоро это будет ТикТак. Так, и давайте, знаете, что мы сделаем? Вот я хочу немножко пошалить. Вот сейчас рандомную аркану какую вижу. Вот сейчас я просто возьму и продам. Отвечаю просто рандомную аркану с инвентаря ТикТака. Хочу продать какую-то аркану. О, вот эти перчатки. Просто беру. Тогда я зайду на твой аккаунт. Так, быстрее продаю, продаю, продаю. Ага. Продал, 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 продал. Все, импа. Все, пацаны, погнали, посмотрим на его реакцию. Я не знаю, какой-то бах. Вот смотрите, мой никнейм ТикТак. Мой никнейм ТикТак. Я выхожу из лобби. Знаете, в чем прикол? То, что на самом деле он второй раз подряд зашел в игру. Из-за этого он не видит, как я его выбиваю, поняли? То есть я зашел на аккаунт, а он находится в игре. Ха-ха. Минус Мимикрай и плачущий чел. А надо было просто извиниться. Так что он там говорит? Мимикрай! Кто это делает? А что в чате пишут? Давайте посмотрим. Чем в чате пишут? Кент или Бовен? Кент, Кент, Кент. Вы чё меня палите? Все пишут Кент. О, продали перчатки. Перчатки мои! За 266 голды улетели! Ха-ха-ха!
перчатки продали. Эх, ребят, а это только начало. Дальше будет еще веселее. Погнали его троллить дальше. Так, ребята, ну что, я зашел еще раз на его аккаунт, блин. Понимаете, мы сейчас одновременно с ним сидим на аккаунте. Мне очень тяжело что-то делать. Так, почти найдил ник. Продал Мимикрай. Так, сделал ник, продал Мимикрай. И давайте-ка мы прямо сейчас собираем Nameless коллекции. Обалдеть. Самое главное, ребята, не мискликнуть. Потому что если я мискликну, это будет полная фиаско. Так, значит, я поставил Мимикрай на рынок. Мало ли он не заметит, что он на рынке. Подумаю, что я его реально продал. Зник продал Мимикрай. И прямо сейчас давайте я немножко попродаю какие-то арканы с его инвентаря. Ну, например, какие-то 5 Сен Веномы. О, имба. Сейчас их продам, пацаны. Продаю их за 0.03. Продаем. Бедный, конечно, Тиктакимус. Он, наверное, сейчас меняет пароль или еще что-то там делает. Просто, ребята, представьте, что я творю. Все, поехали. 3. 5 Сен Веномы продал. 4. Нам надо продать, ребята, как можно больше. Штук 20 давайте продадим. Просто представьте, ребята, какое у него будет выражение лица. Да-да, отстань ты! Дай зайти на... Египетская сила. Не мешай, малышечка ты моя. А то еще продам с наклейками 5 Сен Веном. Слушай, может продадим с наклейками? Ребят, так давайте ему не говорить. Вот я продам с этими наклейками. Просто буду продавать 5 Сен Веном и с этими наклейками. Я говорю сразу, я всю голдишку Тиктаку отдам, поэтому я надеюсь, он на меня обижаться не будет. Ну, по крайней мере, сильно. Все, мужики, я продал прям овер много аркан. Мне кажется, даже чуть лишнее продал. Все, мужики, я думаю, можно выходить. Прямо сейчас я выхожу с его аккаунта. Давайте посмотрим, что он делает на стриме. Плюс сейчас, если вы готовы, я захожу. Минус Мимикрай, ахаха, твой Мимикрай слили за 0.03. Он поверил. Ты врешь. Продал Мимикрай? Да! Подожди, стой. Ты что, прикалываешься? Продал Мимикрай, написал. Стоп, подожди, нет. Ой-ой-ой. Не, 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 стоп, нет. Сейчас, зайди в историю продаж. История продаж. Подожди, стой. Зайди. Опа, идеально. Он сливает мои скины! Ну немножко, рабочий, немножечко. Мимикрай, пожалуйста, Мимикрай. А Мимикрай-то на рыночке. Мимикрай-то на рыночке, Ронни, ты мой. Ищите Мимикрай. Все ищите Мимикрай. Он не может его продать. Мимикрай, есть в инвентаре. Пожалуйста, нет. Пожалуйста, да. Просто прикинь, первый стрим-то купил Мимикрай. И тут накин на ПК решил потроллить эту перхоть волосатую. Так, ребят, давайте я сейчас его немножко приколю и кину ему какой-то донатик. Ой-ой, бедный Тик-Так. Братик, не плачь. Как называется эта болезнь? Напишите в комментариях. Ну и ребята, чтобы получить такие дорогие скины и даже этот Мимикрай, не обязательно быть умной и заходить на аккаунт Тиктака. Вы можете просто залететь на булдропщик, потому что булдропщик это топовый дропщик. И там, ребята, открыть топовые сундуки и выбить себе самые классные арканочки в ваш инвентарь. И естественно, ребята, чтобы вам было больше мотивации, чтобы было больше мотивации фармить скибидишки, менять их на топовый дроп бесплатно, я дарю вам два подарка. Сверхной башкой есть два секретных слова. Вы их вводите и забираете свой приз. Ну что ж, мои уважаемые подписчики, все нужные линки находятся снизу, а мы идем дальше. Да, брата, верну я, это пранк, успокойся. Так, мужики, давайте я ему еще кину донат, у него такое страшное выражение лица. Так, давайте еще кину ему донат. Он же там мне кричал, пищал, говорит, верни Мимикрай. Давайте ему еще кину донат и напишу, вернуть Веномы или Мимикрай. И кидаем донатик, ребята, этой малышечке. Не менял сегодня пароль, алло! Он пытается пароль поменять и не получается. Тихо! Я не могу пароль поменять, напиши, что я пароль менял сегодня! Кидаем донат. Оп, кинул донат. Подожди, Опа! Вернуть мемом Веномы или Мимикрай. Верни, пожалуйста! Верни, пожалуйста! Верни, уйди с моего аккаунта! Ой-ой-ой, бедный Тик-Так, да? А не хочу! Не хочу! Говорит мне тихо. А, вы пробовали сегодня пароль поменять, мне пишут. Кто пробовал? Слушайте, ребята, а может быть я ему поменяю сегодня пароль, как думаете? Смотрите, ребят, я ему кинул донат и говорю, вернуть Мимикрай или Веномы. А он не написал, что вернуть, поэтому я верну на мое усмотрение. Обратно заходим на аккаунт этого малыша. Давайте напишу. Я все вернул. Так, делаем ник, я все вернул. И прямо сейчас возвращаем Тиктаку Веномы. Я их покупаю целых 22 штуки по 88 голдишки. Все, купил. Обалдеть, это минус 2000 голдишки. Все, ребят, я выхожу. О, и давайте ему еще кину донат. Я вернул. И смотрим на реакцию нашей малышечки.
Я вернул. Перезайду, он сказал вернул. Тихо. Он сказал вернул. Сейчас зайду на аккаунт. Вернул Веномы. Он сказал, что он мне вернул мой мимикрай. Братья, конечно, я все вернул. Ну, Веномы, правильно? Да. Слушайте, ребят, а как думаете, это будет слишком жестко, если поменяю пароль от его аккаунта прямо у него на стриме? Чел, твой инвентарь продают, мне пишет. Его троллят его же подписчики. На рынке слили твой мимикрай за 003, ха-ха. Это не смешно, ни хрен. Я думаю, что я прямо сейчас поменяю пароль твоего аккаунта. Но я прям скажу, что это была шутка, ребята. Это все ради контента. Потом прожмите лайки и подпишитесь. Все, пацаны. А давайте сейчас посмотрим его реакцию. И после этого я поменяю пароль. Я все верну. Никнейм, я все верну. У меня 22. Мне страшно заходить. Если там не будет мимикрай, это будет жопа, я сразу говорю. Нажимаем. Он вернул Веномы мои. А мимикрай нет! Он Веномы мои вернул, который продал. О! Я еще только что, перед тем, как кинуть ему донат, сделал ник, меняя пароль. Сейчас мы посмотрим его реакцию, а потом я еще кину донат в добивку. 5 minutes later. А ЗКТ, у меня был ЗКТ, пацаны. Ладно, окей, все. Тихо, я захожу обратно. Он там контент завозит. Короче, он играл в ЗТ вначале и скинул глок. Потом зашел в ЗКТ, добежал до своей базы и видел свой же глок и говорит: мне кто-то подкинул глок. Смотрите, меняю пароль. Скотина! Кидай донат, оп! Кидай в донат, кидай донат, оп! Алло! Даня! Родной! Давай, меняй быстрее! Быстрее, тихо, меняю пароль. Ребята, скажите кто-то ему, пожалуйста, что это ему не поможет. Знаете почему? А? Потому что буквально 20 секунд назад я уже поменял пароль. Я реально поменял пароль твоего аккаунта. К сожалению, пароль можно поменять только будет через 24 часа. Каких 24 часа? Я хочу пароль мой поменять! Верни мне пароль! А не выйдет, родной, а я поменял пароль. Не выйдет! Давайте ему кину еще один донат. Я уже поменял, забудь про аккаунт. Кидай донат. Меня выбило с аккаунта. Я уже поменял, забудь про аккаунт. Меня с аккаунта выбило, алло! Нема больше аккаунта! Посмотрите, у Диктака, вот тупо, отлетела челюха. Вот эта вот фраза прям идеально подходит под его выражение лица. Подожди, я со второго аккаунта зайду, подожди. Я со второго аккаунта сейчас зайду, подождите. Поняли, что только что произошло? Прямо сейчас Тик-Так зашел на свой второй аккаунт. Он меня в лобби приглашает. Своего второго аккаунта. О, все, пацаны, я прям сейчас на аккаунте Тик-Така. Так, давайте, приватность. Приглашение в лобби, все, импулечка. И я прям сейчас жду, чтоб. Это его второй. Вот, смотрите. Что там говорит? Ты что творишь? Это он с моего аккаунта зашел, ты прикинь? Давайте еще напишу. Ща продам мимикрай, смотри на рынок. В смысле продам мимикрай? Он же его продал уже. Подожди, он сказал, сейчас продам мимикрай, смотри на рынок. Тихо. Смотри, не понимаю ничего. Это вообще мимикрай Холдика и Тирса. Смотри на рынок, говорит. Это он поставил мимикрай. Я смотрю, пожалуйста, не продавай. Смотрите, это он выставил за 888 тысяч. Ребят, ну я думаю, реально это уже перебор. Давайте мы ему дадим маленький миниатюрный шансик. Давайте напишу. Я случайно продал, сори. Что? Что? Он продал мимикрай, вот только что здесь, или вы прикалываетесь? А зачем прикол? Я просто отменил запрос с рынка. А он-то проверить никак не может, я продал или нет. Он никак не может проверить, потому что я поменял пароль. Зачем он это делает? За что? Верни мне аккаунт. Давай напишу, ты сильно хочешь аккаунт? Покажи мимикрай. Я не верю, что ты продал. Я его продал, его нету. На рынок выставит, тварь. Я его продал, нету. Не ври. Я не верю, что он его продал. Покажи мимикрай. Блин, ребят, мне Тик-Так так жалко. Ладно, давайте, наверное, выставлю на рынок. Я хоть говорил, что сделал вид, как будто продал. Но мне его просто стало жалко, поэтому давайте я поставлю. Все, ребят, только что поставилось за 900к. Давайте я напишу. Ладно, я пошутил. Мимикрай у меня. Ладно, я пошутил, у меня он есть. Пишу, смотри рынок. 900к. Не ставь так мало! Ребят, сейчас вы немножко потроллили, поставилось за 700к. Просто представьте, как у него сейчас отлетит челюха. Давайте посмотрим на реакцию. Убери! Убери! Он за 700 поставил!
купит сейчас кто-нибудь. Убери эту он за 700 поставил, не надо, его сейчас купят, алё. Так, почин, я ему пишу, извини, сейчас цену поправлю. Я прям сейчас сделаю что-то невероятное, я поставлю его за 550к. Просто представьте, вот за 550к ему вот реально купить. Все, почин, поставил за 550к. Все, напишу, смотри рынок. Я сказал, убери, убери. 550, ты с ума сошел. Прикиньте, его сейчас купят. Так, ребят, я ему только что отправил сообщение. Ты хочешь, чтобы я его отдал? Даю 10 секунд на ответ. Он сейчас зайдет в лобби, видит. О, видел, видел, видел. Отдал, даю тебе 10 секунд, да. Да, да, верни. На что ты готов ради него? Он 600 поставил, он вообще тупой, что ли? Уберите, говорю, ты понимаешь, какой-нибудь сервис сейчас его купит? Ой, зря ты меня оскорбляешь, дорогулечки ты моя. Если бы ты меня не оскорблял, я бы уже давно закончил этот пранк. Но тик-так это неадекватный. Ты хочешь, ты должен меня победить, дуэль, только так ты сможешь его вернуть. Ты что, вот ты гонишь? Изи. Так, ребятки, короче, я сейчас вас перемещаю сразу в 10 раунд. Мы прям сейчас играем дуэль против ТикТак на его аккаунт. Ну и, естественно, ребята, я сейчас его выиграю. Но не переживайте, после этого я отдам ему аккаунт. Тихо, сейчас смачок прокинем, когда будет подходить. Где он там прячется? Ядрить холодец, 40 секунд времени осталось. Я с Авиком. Идет. Смачок сейчас прокинем. Смотрите. Отлично, смачок есть. Так, ребята, это ластовый раунд. Так, давайте его выиграем, давайте выиграем. Так, где он? Платит. Попал гранатой в него, надеюсь. Обалдеть, блин, попал. А где он? Пленчу! Успел заплентить. Как он успел? Он тут. Забрал этого нубососа. 10-9, изи, каточка. 10-9, проиграть, это трындец, как обидно. Подожди, стой, пожалуйста, я тебя прошу, не надо, стой, подожди. Что ты лысый, плаки-плаки или нормалдаки? Беда, тикток, не плачь. Чел, не надо. Верни мой ак. Ребят, ну мне сейчас его слишком жалко. Давайте, я просто ради контента сейчас скажу. Даю последний шанс. Открой гифт. Бокс и выбейкер голд. Короче, ребят, я прям сейчас ему написал, даю последний шанс, открой гифтбокс и выбейкер голд. Все, мужики, и знаете что, я думаю, на этом можно видео заканчивать, потому что вне зависимости от того, что-то выпадет, я ему отдам аккаунт, потому что, ребят, ну я же не тварь какая-то. Естественно, я ему отдам, поэтому, ребята, прямо сейчас, если понравилось это нереально крутое видео, прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Открываем, разрабы, я прошу вас, если вы сейчас смотрите стрим, хотя бы сейчас подкрутите. Просто мне! Тик-так просит подкрутку, вместо того, чтобы почти раздрама, чтобы не поменяли ему пароль. Ребят, короче, не переживайте, Тик-так я все отдам. Подпишитесь на мой YouTube канал, на мой телеграмчик, на мой Twitch. Там сегодня будет стримчанский. Все, братан, всех обнял, приподнял. Всем удачи, всем пока-пока. В ТГшечке раздают 10к голдишки. Обязательно перейди, подпишись.